Бэкст, как это сделать? Бэкст, как выкинуть топор? Ну, Бэкст, а как добавить друга? Учебник новичка. Всем привет, это учебник новичка. И сегодня мы поговорим о том, как добавить друга в whitelist, чтобы вместе с ним строить. И поможет мне в этом Джек. Джек, поздоровайся со всеми. Нихао какао, као нихао. Джек у нас побывал в азиатских странах и понахватался там уже словечек. Джек, завязывай с этим. Ну а мы начинаем наш учебник новичка. Прежде всего, чтобы мы начали строить вместе с другом, нам необходимо зайти во вкладочку меню и выбрать здесь пункт whitelist. Когда whitelist откроется, выпадет список игроков. Выбираем нашего друга, у меня Джек был в самом верху, кликаем по нему и он переносится у нас в правую колонку. Это означает, что с данного момента теперь вы друзья в Lumber Tycoon 2, и теперь вы можете вместе строить дом, рубить деревья, ездить на машинах друг друга, и все, что у вас находится в Lumber Tycoon вместе с другом, становится вашим общим. Но не забываем и про функцию Blacklist, которая есть также во вкладке меню. Выбранного игрока мы можем заблокировать, и он никогда не сможет ступить своей ногой на нашу территорию. Я уже не говорю о том, что он вообще не сядет в нашу машину и не сможет зайти в наш дом. А если игрок находится и в блэклисте, и в уайтлисте, то он сможет пользоваться вашими вещами за пределами вашей территории, но на территорию он никогда не сможет зайти. Эта функция полезна, когда вы хотите от какого-нибудь друга утаить что-то интересное в вашем доме. Или просто вы хотите, чтобы какой-то незнакомец вам помог, но не желаете пускать его на свою территорию. Например, сейчас я Джеку не разрешил зайти на свою территорию, но дал ему машину, и он со злости ее взял и утопил. Ну вот и все, ребята. Теперь вы знаете, как добавить друга и не только. Но мы с Джеком прощаемся с вами. Удачи в Lumber Tycoon 2. Пока.